Темная ночь. Мой прадед возглавлял партизанский отряд, который находился на территории Могилевской и Гомельской областей. То, что Петр Андреевич Толстик сделал в военное время, местные называли подвигом. Подвигом, который спас сотни семей. Рискуя собственной жизнью, прадед увел десятки коров на болото. Содержать животных обычные жители просто не могли. Кормить было нечем. В тайном от фашистов месте Петр Андреевич и еще несколько человек добывали молоко, делали сметану и творог. Так местные и жители округи не погибли от голода. Про производство молочки и героический поступок прадеда не знали даже родные. Все происходило в режиме строгой секретности. Уже после войны молва заполонила землю, а позже Петра Андреевича Толстика назначили председателем одного из колхозов Бобруйского района. Моего прадеда не стало в 1989-м, но его подвиг жив по сей день. Я помню. Беларусь помнит. Тревожная черная стень пролегла между нами.